Люся, старые добрые. Ага, да, вспомнил. Вспомнил, с чего я хотел начать. Тияна хотел начать YouTube Oni Opening, потому что Opening вы не увидите. Oni Opening. О, Oni Opening, кажется, я нашел. Oni Intro 1080p. Ого, ну-ка иди-ка сюда. Я надеюсь, это не аниму. Это не аниму. О, просто идеально. Аниму. Вага аниму. Старая рисовка. Жапонис. Парарарум. Wild Animu Appears. Аниму 90-х. Шикарно. Выглядит стильно, престильно. Убирает слева и справа. Гензи Мейн. Так вот выглядит аниму, когда Максон, когда играет за Гензи. Притча еще вот эта старошкольная. Парара. Вот такие пироги. Скорее всего, ни одного ролика я вам показать не смогу, но жиза, 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 жиза. Так, где мои они? Поехали. Это девочка или мальчик? Привет. Конечно же, это... Так, здесь сейчас будет шумно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Rad Video Tools. Fuck my life. Вот это были минус трусишки. Собственно. О, господи, прекрати! Игра, да что же ты срываешь, только труселя-то так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Обожаю друханы. Итак, настройки. Разрешение. Вау, нифига здесь разрешение. Ну-ка, секундочку, дайте-ка я. Вы теперь видите... А почему оно так выглядит странно? Так, закрыть. Не, верни обратно. Качество давай на максимум. Гамму трогать не будем. Настолько, что было хорошо. Сейчас, секунду, сейчас должно быть на весь экран. Будем на 640, на 480, конечно же, играть. Общая громкость. Давайте как, что у нас с... Что у нас с громкостью? Громкость нормальная? 640 на 480, конечно. Если я сделаю 1080, то там не будет расти гуки на весь экран. Хотя я могу попробовать. Давайте я попробую, ребята. Значит, сейчас я сделаю игру, я сделаю 1920 на 1080. Я, честно говоря, с разрешением не игрался еще. У меня она запустилась, я так обрадовался, и я просто забил на нее. Удалить, удалить, добавить, игра. О, не, растянуть не все. Да, она, видите, она, к сожалению, будет просто в центре экрана. Она, к сожалению, будет в центре экрана, видите, вот так вот. Это полная бурбуга. Я как бы могу, подожди, я могу на самом деле, знаете, что сделать, изменение сцены? Я могу взять, а, нет, там все равно не будет круче. Все, ладно, да, я все понял. Если я сделаю так, она будет только так, только хорошо, только хардкор, да. Тут она, кстати, между прочим, тоже 640 на 480. А почему ты не хочешь? А, потому что ты создал себе широкую полосу. Я понял, хорошо, извините. Игра удалить. Да, я знаю, я ретард. То, что этим занимаюсь сейчас. Я потому что подумал, что может быть я изичи запущу. Изичи запущу, но нет, увы, ах, я изичи не запущу. Так вот, ладно, сойдет. Так, музон... Это только меню, как бы, вроде бы. Да, это меню. А, меню маленькое, точно, господи! Точно, меню маленькое. Так, ладно, все, все фигня. Попробуем так. В случае чего, так, настройки... Настройки, сложность нормальная, субтитры включить, конечно, инвертировать мышь. Выключить, конечно же, за фигня. Качество окей.
Закрыть, во, во, поехали. Капитан, ты ли это посидел от игры в картонке? Да, всем привет. Менюшка просто фиксирована под разрешение, поэтому менюшка не растягивается. Геймплей будет норм. Хорошо, новая игра. Нажмите старт для запуска. Так, подождите. Глава 0.0, боевые тренировки, модуль 1А. Ок, мне надо кликать куда-то. Я кликнул. О, пошло, поехало. Я Коноко. Опять Гриффин? Ура, давай. Для изменения вашего направления подвигайте мышкой. О, боже. А почему я... Почему мышь-то все-таки инвертирована? Настройки. Инвертированная мышь. А, здесь инвертированная. Инвертированная это, собственно, не инвертированная. Я... Ну ладно, в принципе... Так, идите к желтой панели под окном и станьте лицом перед панелью управления. Желтой панели. О, мне тут еще подсвечивают. Идеально. 10 ваномасов из 10. Нажмите Ctrl для того, чтобы пользоваться этим пультом. Так, Ctrl. Шикарно. Аж как ускоряется. Встаньте лицом к центру комнаты, нажмите клавишу движения вперед, отпустите ее, затем нажмите... Встаньте лицом к центру комнаты, зажмите клавишу движения. Так, что, прости, посмотри на дисплей, а что там надо-то? А, вот. Надо дабл-дабл-дабл-дабл-дабл ее, все. К сожалению. Уи! Уи-уа! До конца трека это типа пробежать на скорость. Тренировка прошла успешно, ребята, я такой крутой. Quality аниме, да? Quality аниме. Нет, не хочу. Не хочу, уходите. Пустите дальше. Бег. Нет, не хочу. Блин, она издевается надо мной, она... Так, Ctrl. Ctrl это E. Так, обработка данных, действия. Ctrl ускорение дважды держит вперед. Альтернативный вариант управления P. Не-не-не-не-не, это все фигня. О, шикарно. Звук добавивши на таму не слышно. Звук добавивши на таму не слышно. Хорошо, сейчас, секунду. Alt-Tab. Настройки. Общая громкость. Сделал общую громкость вот так вот. Так, подожди, надо попробовать сохранить. А сохранить вообще не бывает. Так, сделал так. Игру погромче на треть где-то, либо себя потише. Угу. Для выполнения вертикального прыжка. Вот тут можно в текстурке проваливаться, все как полагается. Нажмите Q, чтобы поднять патроны. Тебе будут попадаться некоторые полезные предметы, такие как эта обойма. Когда ты выполнишь все упражнения, щет. В следующую комнату. А вот Гензи бы здесь заполз. Она плохой Гензи. Блин, фак. Фак, настолько не слушается. Это просто нечто. Сейчас, подождите. Вау, ладно, хорошо. Видимо, только с этого еще. Да стой ты, тимоняра. Так, все. Нам надо... Когда ты выполнишь все упражнения, перепрыгивай в следующую комнату. Понятно, хорошо, все, я пошел в следующую комнату. Отлично сработано. Пусти меня сюда. Для того, чтобы присесть, нажмите Shift, когда стоите. Извини, что прерываю тебя, Каноко, но думаю, что тебе будет интересно это увидеть. Один из стажеров приступает к тренировкам по рукопашному бою в соседней комнате. Так. На платформу у окна. Если хочешь посмотреть. Запрыгни на платформу у окна. Это я подглядываю.
Запрыгните на цель, чтобы увидеть тренировочную схватку в следующей комнате. Это же цель. Нет. Вон цель. Очень толково. Хапитана избивает два киборга. Я думал, ты будешь играть в игру про синего демона, убивающего... Евро 93 переподписан 3 месяца. Спасибо большое, Евро. Вот тебе брофис еще. И обнимашки. Мы просто наблюдаем за тем, как одни пиксели сбивают другие пиксели. Сейчас ты должна отработать некоторые из этих движений. Начнем с крадущейся походки. Тренировка возобновлена. Для того, чтобы красться, shift. Отлично. Теперь давай попробуем некоторые... Шаги при подкрадывании. Для выполнения начните бег, затем нажмите shift. Это подкатик. Колесо это назад, это shift. Не менее важно научиться скользить. Для подката начните движение с ускорением. А затем shift. Попрактикуйся немного. Попытайся проскользнуть под этими лазерными датчиками. Какой я проскальзыватель. Своих врагов ты можешь сбить, кинувшись им под ноги. Шаги в сторону — отличный способ избежать удара во время сражения. Здесь можно еще кульбитики. Когда у тебя неприятности. Пощупал меня. Подлый лазер. Какой противный лазер. Все. Нажмите Shift в момент совершения прыжка. Нажмите Shift в момент совершения для выполнения средней силы. В момент совершения прыжка средней силы пробир для выполнения. Хорошая работа. Что это такое? Повергнуть противника на землю. А, это надо... И приземлись на врага, если сможешь. А где враг-то? Попробуй сделать сальто через стену, чтобы перейти к следующей тренировке. Так, подожди. Попробуй. Удостоверься, что движешься прямо на стену во время начала прыжка. Так, нифига себе. Как я это могу сделать? Подожди, а может быть... Достаточно времени попрактиковаться делать сальто немного позже. Она издевается надо мной. Приступим к изучению приемов рукопашного боя. А, надо зажимать прям. Ну давай, удар нажатием левой кнопки. Издевается надо мной. Не, нифига не работает. Удар нажатием левой кнопки или... О, иди сюда. Так сегодня без треков, да, сегодня без треков. Удар ногой, ПКМ. Попытайся сделать быстро два удара. Начинай второй удар. Второй удар отличается от первого. Не так ли? Это начало комбинированной атаки. Комбинированная атака — это последовательность ударов. Комбо. Некоторые движения ты сможешь выполнить только в конце комбинации. Это что, это какой-то локтевой удар. Это делай нюх. Новый танец. Все танцуют локтями. Это достаточно сложная комбинация. Ты должна начинать последующее движение еще до того, как закончится предыдущее. Так, а сейчас должна нажать на кнопку удар. А затем вот это вы хотите? Это превосходно. Это изи. Рядовая комбуха. Найти различные последовательности комбинированных ударов. Так. Ты уже готова к спаррингам с партнером. Ну давай иди сюда. Первую комнату, поехали, поехали. Спарринг. Спарринг, да-да, я здесь ради спарринга. Ради спарринга анимушных персонажей. Давай. Ваши удары ногами сильно зависят от направления вашего движения. Комбинация приводится удар рукой. Например, удар рукой, удар рукой, удар рукой, удар рукой, удар ногой. Отличная комбинация. Наиболее смертоносные удары завершаются под конец комбинации.
Жмите Ctrl для открытия дверей. Так ты меня бесишь. Так, надо Ctrl вот сюда нажать. Подожди, на тебе. На тебе, сразу. Не волнуйся, пока он не сможет тебе ответить сдачи. Ну что ж, не волноваться-то. Ты чё, падла? На тебе. На тебе. Спарринг-партнер побежден. На тебе, на тебе. Когда будешь готова, переходи в следующую комнату рукопашного боя. Поехали. В действительности в бросках нет ничего сложного. Так, нажмите кнопку перемещения. Если ты достаточно близко к врагу во время сражения, тебе без на труда тебе удастся применить этот прием. Поэкспериментируй, чтобы увидеть, на что ты способна. Так, ты чё? Так, надо смотреть на него и... Так, нет, ну это я убрал. слышь, пацан, кажется, броски только на ногу. Нет, кажется, я просто... Так. Какая-то бурбуга. Подожди, а если... К сожалению, какая-то бурбуга. Ладно, сброски. Тренировочный дрон поможет тебе научиться блокировать нападение. Обрати внимание на линию вокруг дрона. Когда ты перейдешь через нее, дрон автоматически активизируется и начнет атаковать тебя. Стой прямо перед макетом. Не бей его, пожалуйста. Не бей его, пожалуйста. Ты можешь блокировать его удары. А знай, как? Что если появляется голубая вспышка, то удар блокирован успешно. Будь внимательна, Канока. Некоторые удары настолько сильны, что даже успешно поставленный блок не сможет защитить от них. Так, а как блокировать-то? Некоторые удары ты вообще не сможешь блокировать. Если ты готова, мы можем перейти в последнюю на тебе тренировочную комнату. Нет, я не готов, подожди. Ты научишься стрелять и перезаряжать оружие. Так, для того, чтобы блокировать обычно только твердо встаньте перед противником и или отступите от него. Не пытайтесь во время блокировки отступить в сторону или атаковать. Некоторые виды атак и комбинации настолько сильны, что даже... Ага, понятно. На мне! Так, хорошо, я стою перед тобой. Ага. Ага, понятно. Так. Я боксер. Я боксер, ну-ка давай, я Майк Тайсон. Блокировать для пусиков? На тебе! Втащил тебе! На тебе! Так, ладно. Короче, сейчас нас будут убивать, ребят. Блокировать... Ой-ой-ой-ой. Находятся на стендах у дальней стены комнаты. Ой. Постарайся все их расстрелять. Ой-ой-ой, а что с прицелом-то? Что это такое, ребята? Кто вот это придумал, вот это вот? Что это такое? Кто это придумал? Мы что, шутеры не умеем делать, ребят? Что это? Что вот это такое? Господи Иисусе. Я вижу, как летит пуля. Сук, я вижу, как летит пуля, это просто ад. Ох уж это заметное. Ох уж это заметное. Ты стреляла всю обойму? Потренируйся перезаряжать автоматический пистолет. Возьми патроны на столе. Так. И чё, где мой... Так, как мы... Р выстрелите. Так. С пустым магазином. Так, а как мне включить пистолет? Как мне включить пистолет? Мне бы хотя бы это рассказали. Как выбрать пистолет? Здесь есть? Так, а где... Линия огня. Я все сломал, ребята. Так, на какую кнопку? 1, 2, 3, 4. Q. Ага, Q это пик.
Все. А что у нас на ПКМ есть, что? Нет, нету. Ой, как же тут стрелять вообще восхитительно. Еще отдача вверх, это просто сказочно. Отлично. Теперь попробуй стрелять по движущимся мишеням. Подойди к столу справа. О. Что там оружие? Да. Плазменная винтовка. Возьми. F1. Активизирую обучающий дрон. Он будет двигаться по линии, доступной для твоего огня. Стреляй в него, пока не уничтожишь. Так, все что ли? Вау! Теперь я активизирую движение из стороны в сторону. Так. Надо находик. Плазменная винтовка. Так. Энергоэлемент. Так, энергоэлемент хочу. Ага. Сделано это. Отлично. Работа. Я убийца. Твой основной курс обучения завершен. Ты готова к первой миссии. Уверен, командир Гриффин будет доволен твоими успехами. Не волнуйся, если ты не запомнишь все сразу. У тебя всегда есть информационный дисплей, который напомнит тебе все, что тебе необходимо в данный момент. Твой дисплей хранит полезную информацию об оружии, боеприпасах и целях твоей миссии. Ну, хорошо. Встроены различные полезные функции. Где мой дисплей? Встроенный дневник. Так, нажмите F1 для доступа к вашему дневнику. Задание, предмет, энергоэлемент, оружие, дневник, клоняющееся движение, помощь. Отлично, все. Возле стола есть информационное воспользование для знакомления с итогами вашей тренировки. Итоги моей тренировки? Сейчас мне скажут, что я нубас. Отработка действия оружия. Поднять Ку, огонь, левая кнопка мыши, перезаряд КР, выпрыгнуть, этот просит оружие. Для левшей, понятно. Отработка действий с оружием, перезарядка баллистического оружия красными боеприпасами, перезарядка энергетического оружия зелеными энергоэлементами. Некоторые виды оружия имеют отдачу, компенсировать ее можно при помощи мыши. Спрячьте оружие перед тем, как вступать в ближний бой, это не даст противнику возможности разоружить вас или позволит вам двигаться быстрее. Понятие нового оружия, когда вы уже вооружены, придет от меня оружие, вы можете иметь только один ствол. О, ничего себе, смотрите, какие реалии суровые. Так, нет, я еще не посмотрел Коля Воронцов. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, уважаемые. Так, надо здесь кликать, ребята, здесь все инстантом пробуем. Проверить показатели. Система в норме. Она вау, вот это... Это ошибка. В вашем положении я бы не занимался критикой. Синдикат использует склады для того, чтобы переправлять контрабанду. Чанг тайно проник туда, чтобы собрать доказательства. Он не вышел на связь сегодня утром. Найди мне его. Справа это я. И сделай наконец это сама. Я готова. Я готова. Уровень Даодана удерживается на 27,1. Диаграмма биоритмов стабильна. Когда вы отдали приказ, уровень адреналина подскочил, но все в пределах нормы. Куда вы хотите ее отправить? Это простая задача, войти и выйти. Она должна пройти испытание. Чинишвили, между прочим. Удачи, Канок. Сейчас меня буду. На тренировках тебе не грозило никакой опасности. Сейчас же ты находишься на местности полной опасности. Окей. Тебе лучше проверить, что отображает дисплей с показателями твоего здоровья. Ну, он не справа, под изучение индикатора здоровья. Так, пушка есть. Пушка есть, здесь что? Уже кто-то? А здесь что, автоприцеливание, что ли? Воу! Готов проиграть? Какая-то хурма. Шифрованное сообщение ТМН декларации это указано 6 ящиков, помеченных невидимым маркером. Они содержат припасы для лучевой пушки, недавно захваченные силами ТСТФ. Второй экземпляр уже пересек границу, скоро будет у нас. Вы должны спрятать ящики до тех пор, пока мы не потребуем их обязательно обратно. Боеприпасы не представляют опасности для вас или ваших людей, опасайтесь обнаружения или провала.
Так, невидимый маркер. А я мне что, их раздалбливать как-то? И какие из этих еще невидимых? Можно на ее лицо посадить. Может быть и можно, но я не умею. Так, что у нас здесь? Все закрыто. Это что? Подождите, это эти вопросы? Нет, они не разбираются. Я проникаю куда-то, не пойми куда. Ладно, пойду туда. Это, собственно, чтобы спуститься. Смени название стрима на ГГ Нубас. Опять сломалось? Блин, проблема в том, что табаться мне очень тяжело. Полученные координаты. Указатель на объект. Желтая дуга в левом нижнем углу тактического дисплея показывает направление на объект F1. Если вы движете к объекту, то находится наверху. Когда вы достигаете объекта, дуга расширяется. Индикатор стрелка внутри кольца указатель показывает, выше или ниже вас находится объект. В вашем пути может быть препятствие, поэтому прямой путь не всегда возможен. Так, объект находится справа. Дуга – это когда я приближаюсь. Индикатор... А где стрелки? Не вижу. Не вижу стрелки. Короче, он надо мной. А, стрелка наверх, все правильно. Так, название. Не перезаряжайся, патрон оставшиеся теряешь. Так. Опс, не так. Мне нравится то, что в текстурку можно пролезть. Так, ладно, надо научиться делать с места прыжок с разбегом. Я стою на уголке, делаю... О! Хорошо. Так, теперь, наверное, лучше с этого места прыгнуть. Нет! Нет! Прыжки такие страшные. Нет, игра издевается надо мной. Нет! Нет, что за фигня? Нет, прыжки. Как я ненавижу прыжки, ребята. Во всех играх это мое самое слабое место. Казалось бы, что уже получено новое указание. Казалось бы, слабее некуда. Должны наладить контакт с Чангом, агентом TCTF. Понятно. Казалось бы, слабее уже некуда, но нет. О. Нажмите... А Е это бросить? Это я бросил свою пушку. Так. На Ctrl здесь ничего не жмется. Здесь можно подняться. Так, похоже на Minecraft паркур. Так, кажется это... Кажется это наладить... Да, это кажется оно. Так, что-то мы включили. Так, сейчас, мне надо зайти на гудги. Ты чё, собака? Так, какой-то неприятный. Здесь можно вниз, вверх. Кстати, а вниз можно было вот тут поднять, спуститься? Лол, можно было. Такой я нубас. С оружием, да в руках тебе ускорение недоступно, и да, там была лестница. Фак. Так, что у нас здесь? Есть кто? Пацаны. Пацаны, есть чё? Жестоко замочить в сортире. Ты чё здесь сделал? А, точно, патроны же нельзя перезаряжать иначе. Так. Так. Это игра 40+. 40+? Что бы это могло означать? Так. Пошел музон. На тебе жестоко в спину. О, хочу забрать твою пушку. Это что? Это УЗИ? УЗИ Маузер, УЗИ Маузер? Так, мне, блин, надо на Good Game зайти.
Покажите мне проектирование здания пустой комнаты с тремя бочками, человеком, который просто так там стоит. Да, мне тоже очень нравится. Но это не здание проектировщик, это геймдизайнеры скорее. Красавчики такие. Так, а убрать пушку на Ку. Если я на Ку ее делаю, я могу просто бегать вот так вот. Ой, я вижу, там что-то есть. Только я не так это сделал. Ладно, я могу подняться здесь. Нет, здесь не могу, здесь могу. Чё, у меня нету патронов? На тебе. Гипоспрей. Канука, я должна тебе кое-что сказать. Гипоспрей. Гипоспрей. Я не думала, что мне придется говорить тебе об этом, но последние анализы показали, что гипо действует на тебя иначе, чем на других людей. Если ты воспользуешься гипо при почти полном здоровье, ты обретешь сверхмощь. Временный всплеск силы и здоровья. Это будет длиться очень недолго, так что с пользой применяй это свойство. Но, пожалуйста, не говори командиру Гриффину, что я рассказала тебе об этом. Хурма какая-то. Отлично, мы включили. Погнали дальше. Сейчас будем убивать. Тут тоже, наверное, какие-то чудо-бои стоят. Это лестница. Есть чудо-бой? Есть какой-нибудь? Нет. Как мне применять гипоспрей-то? Гипоспрей — это аптечка, если что. Ну, Рил. Так, это плохая локация, она мне не нравится. Я в ней уже где-то когда-то бывал. Так, мне надо подняться на второй этаж и там запрыгнуть, чтобы подобрать аптеку. Так, здесь подъем на второй этаж, вот он. Так. Угу. Так, надо пушку убрать. Так, это что? Патроны. Ну вот. Берем пушку, открываем дверь, заходим. Чё, суки, где вы? Вы мне все заплатите. Так, никого нет, пушку прячем, бежим. Никого нету, ничего нету. Здесь может как-то запрыгнуть можно куда-то? Я могу запрыгнуть сюда, 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 а оно мне надо. Только если там что-то лежит, а тут ничего не лежит. Где-то что-нибудь лежит? Нет, ничего нигде не лежит. Тап лечится. Спасибо. Только здесь что-нибудь можно сделать? О, патронии. Вот оно что. Так. Кажется, нам туда. Так, подожди, а... Так, вот это явно. Ну, это жопа какая-то. Погнали, здесь есть второй этаж. Вот тут проход на него. Со второго этажа туда залезем. Чок-чок-чок-чок-чок. Кнопка для ускоренного бега — это контроль. О, это наш контакт. Мы нашли наш... Я нашла его. Да, сэр. Продолжай движение. Куда? Куда? У меня задача была... Что? У меня задача была найти, выйти на контакт с Чангом. Куда я должен продолжать движение? Запущенную сальную шифровую тесты, данные обнаружены. Эй, это я, Чанг. Прошу прощения за шифровку, но я не хотел, чтобы это попало в чужие руки. Если вы читаете это послание, значит, твоя миссия провалена. Полагаю, это вопрос времени, как быстро синдикат поймут, кто я такой. Они умные, очень умные. Все, что вам нужно знать, находится в моем блокноте. Наши подозрения оправдались, Биджай и Синдикат объединились. Вся контрабанда с этого склада перенаправлялась через дочернюю компанию Биджай, концерн Масаши. Управляющий складом уже в течение некоторого времени в курсе того, что происходит. Если я мертв, возможно, он следующий на очереди. Он хороший парень, надеюсь, вы найдете его вовремя. Желаю вам большой удачи, чем была у меня. Будьте осторожнее. Получено новое задание.
задание. Проверь данные. Стой! Ничего себе он мне вписал. На тебе. Ты чё, всё, сдался? Нет, не сдался. Гипоспрей. Гипоспрей я могу себе намазывать всякие места. На полученное указание F1. Чанг мертв, Гриффин приказал вам продолжать расследование, попробуйте найти управляющий складом, получить ответы на ваши вопросы. Блин, это поехали дальше. Привет, как игра? Старенькая. Так, ты будешь вставать? Кажется, рабочие вялые. Так, а если я просто заюзаю гипоспрей? Звуки вот эти вот. Просто отмесить их. Просто месить. Правда, жалко быстрого сейва нету, чтобы можно было рисковать, так сказать. А, спасал? Поссал в углу, собака. Вот в этой же луже тебя и замочу. Вот жопошник какой. Мне кажется, меня предупреждение, низкий запас здоровья. Лови удар. Лови удар. Так я заюзал гипоспрей. Подождите. А где моя? Где моя пушка? У меня нету пушки? Или мне ее выбили из рук? Ничего себе, они меня гасят. Нет! Ой! Да в смысле, мужики, отвалите! Тут он мне вписал, так давай. Так. Блин, гипоспрей придется мазать. Мазать, перемазать. Лови удар. Да, это было сильно. Мать его. Шифрование. Вытащите из груза части двигателя внутреннего сгорания или сохраните контейнеры. Но должно остаться никаких шансов на восстановление первоначального порядка расположения частей и упакуйте атмосферную уполнительность груза. Балласт будет добавлен для соответствия первоначальному весу. Не думаем, что кто-либо будет скрывать ящики, так что это все предназначено для прохождения случайных проверок. Где тут ХП? Справа вот этот кругляш, это оно. Такие они, суки, неприятные. Они мне весь гипоспрей выбили. У меня немножко лишь. О, из этого быстро гипоспрей. Вот это я греб. Мой гипоспрей. Фарм гипоспрея без смс и регистрации. Отлично. Показывает, какая дверь открывается так нежно. Это что? Так, давайте загипоспреемся немножко. Так, просто кто-то разбазарил пушку. Да, я пушку куда-то потерял. Патронов набрал для нее, а пушку саму выкинул. Странно. Это что, какой-то? Хватай его, Канока. Не дай ему добраться до кнопки прицела и нажать ее. Схватил его. Так, чё, если ты встаешь уже? Так, поприседать надо. Конечно же. Так, не дай ему добраться до кнопки тревоги. А где кнопка тревоги?
Не знаю, но... Что думаешь по поводу нерфа друида? Правильно. Правильно, но я не видел никаких изменений. Так, идем сюда. Двери открылись, можно бежать дальше. Шикарно. А это что? Это кнопка тревоги? Это панель объявления подробного свойства. Используется для большого нарушения режима секрета. Активация этой системы приведет к включению сигнала тревоги. И я не очень хочу нажимать Ctrl, чтобы активировать сигнал тревоги. Мне кажется, что это плохая идея. Упс. Ну что ж, спочи на меня. Я должен был догадаться, что первое... О, нет. Не говорите мне, что... А, нет, здесь вот. Хватай его, Канока. Не дай ему добраться до кнопки тревоги. Фу, слава богу, ребят. Слава богу, здесь чекпоинт не сработал. О боже, я испугался, что весь левел придется перепроходить. О май факинг гад, я такой чуть-чуть сразу no fucking way. Первый гуф от гравитации. Кстати, мы сюда не заглядывали, может тут что-нибудь интересное есть. Там теперь вместо 5 урона 5 брони, 5-5-2. Так, подожди, а вот отсутствие бороды — это какая-то шутка хитроумная. Нет, смысла мариновать хилки, если не привозит макс хп. На тебе. Покажи, на что ты способен. Не дрите она у меня, бычара. Покажи, на что способен. Лестницы. Так. Так, чего там? Так, что там? На тебе! Втащил тебе? Так. Дашь мне бочки, просто 3 бочки. И здесь 3 бочки, и все, ничего с ними. Так буду бегать, просто вписывать с ноги всем. Как бы ты чё сык вот так вот. Здесь что-нибудь есть? Давай бей работяку животное, как он теперь гуся в чат кинет вечером? Как? Теперь у него есть причина. Теперь у него есть причина на гуся. Будь внимательна. Если ты нанесешь вред невиновным, никто не захочет помогать тебе. О, хорош. Хорошо. Так, штатские, спасибо. Они держат управляющего складом наверху. Присесть плюс ударный гор, подсечка, можно убивать лежачего. Ага, о. Вот так вот, да? Это очень обузное говно. А теперь я ему втащу. Ты чё, сык? Ладно, ладно. Тебе повезло, что я не долетел. Да, я шутки кровожат, имейте в виду. Так, они держат. Так, где тут? Впишем кому-нибудь? Нет, никому не впишем. Пойдем на следующий этаж. Здесь впишем кому-нибудь сейчас. Сейчас впишем. О, на тебе. Пожалуйста, что вам от нас нужно? О!
захватили почти все вокруг, а сейчас загружают какой-то бронированный грузовик. Думаю, что они скоро закончат. Вам лучше поторопиться, я открою дверь. О, ничего себе, круто. Давай, чувак. Вот эту дверь откроешь? Ну, подожди, вам лучше поторопиться. Я же прекрасно знаю всю суть этих игр. Торопиться никогда не надо. Потому что ивент начнется только тогда, когда я до тут добегу. Видел, как там впечатлили аж стену на полу... Ну, джетчик можно бить несколькими способами: в приседе, удар ногой под катом. Если приземлишься на них с ксальтом, еще и рука, нога, последний удар попадает. Господи, вот это да. Так, это какая-то явно секретная хурма, потому что... О! Так, чувак, а давай мы тебя выкинем на пол? Так. Все, умер? Да, умер. Получено новое указание. Управляющий складом уверен, что агенты синдиката собираются покинуть объект на бронированном грузовике. Командир Гриффин приказал Шинатами координировать ваши действия с штурмовой командой ДЦСД. Тем временем найдите грузовик. Так, ладно, я понял. Поехали. Чувак, что, подо мной сейчас будет тусить? О, обожаю эти старые и... Это типа самый мощный прием был, типа надо красться, чтобы его сделать. Готов проиграть? На тебе. Готов проиграть? Так, эта штука открывается? Нет. Готовы проиграть, говнюки? Да как же ты неприятный. На тебе. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Ой, как... Ух, горячо. Сука. Ох, а что ты, феминистические игры. Так. Так. А это та самая суперсила, о которой мне говорили. Она у меня уже сдулась. Подождите. Я прибежал оттуда. Да, все нормально, буду сюда подниматься. Ага. Гипоспрей. Гипоспрей мне не дал ничего. Валим отсюда. Здесь просто подожди, надо перепроверить. Секундочку, я немножко так затупил. Хападароу, всем привет. Нет, здесь ничего нету. Нам, наверное, в главный проход. Что за звуки? Так, здесь второй этаж, падать не надо. А здесь просто такое лут-секция, скажем так. Можно всякие ништяки пособирать и вся хурма. Пойдем вот в этот проход. Поставь сложность высокую. Да не надо, я еще долго проходить буду. Войска синдиката пытаются уничтожить все доказательства со склада. Я проверила грузовик. Они почти полностью избавились от своего груза. Внутрь грузовика проникнуть невозможно. Ты должна найти способ заставить их остаться возле здания и не дать им уйти. Музон, конечно. Таймер... Так, таймер вашего чего-то там без ошибок.
Получу новое указание. Короче, мне их надо... За 2 минуты мне надо сделать что-то. Что, не знаю. Поехали наверх. Что-то нашел. Нам не надо. Так, что там? Ничего я тут не сделаю. Короче, мне надо что-то сделать за 2 минуты, а что я не знаю. Просто сделать так, чтобы они здесь застряли, типа. И музон такой. Короче, побежим туда. Так, а что я здесь могу сделать? Не, ничего. Воу-воу-воу-воу-воу! Ни хрена себе ты даешь, чувак. Патрончики. Так. Сойдет. Привет, Капа. Смотрю тебя уже 2 года. Нет, здорово. Нечего лучше твоих стримов на скучном парах. Держи соточку за настроение. Так, ты будешь убирать? Спасибо, спасибо, спасибо большое, братан. Спасибо большое, Dante Dark XX. Это очень громко, но спасибо тебе большое. Я тут отрегулировал себе звук. Кажется, совсем зря. Короче, я им помешал уехать вот так вот. Очень толково. Перевернул грузовик. 3 чувака с плазменными пушками. И я просто вот так вот к ним упал. Я нашла записи. Это зашифрованные данные о грузе. Думаю, они помогут доказать связь склада с махинациями Масаши. Я хочу все проверить. Истина уже рядом. Отлично, истина уже рядом, ребята. Биджай принадлежит Масаши. Согласно вашему последнему донесению, Биджай поддерживает позиции синдиката. Если нам удастся установить связь, мы сможем действовать против них. Я смогу проникнуть внутрь. Отрицательно. Возвращайся назад. Мы не можем дожидаться другой команды. Нужно двигаться быстро, или они ускользнут. Она не хочет возвращаться. Уровень адреналина постоянно возрастает. Сильный стресс может дестабилизировать ее состояние. Хорошо, Канука. У тебя есть 1 попытка. Благодарю, сэр. Я вас не разочарую. Я еду в закат с этой картинкой, вообще восхитительный. Просто бесконечное лето. Глава 02. Адские машины, перерабатывающие завод. Пум-пум-пум. Музон, конечно, такой вообще шикардосный. Добрый день. Добро пожаловать в промышленный концерн Масаши. Чем могу быть полезна? Добрый день, мэм. Я агент. Мы из TCTF. Мы требуем, чтобы вы прекратили все работы. У нас есть причины. Ничего себе, я бычара. Использование запрещенных технологий. Конечно, офицер. Я найду человека, который сможет вам помочь. Наконец-то они здесь. Все. Барабас. Конечно, они не уйдут отсюда живыми. Дай мне знать, когда ситуация выйдет из-под контроля. Ха, положитесь на меня, как только они попадут в мои руки. Просто сделай так, чтобы мне не мешали. Здесь может быть кто-нибудь еще. Особый агент. Я готов ко всему. Можете быть в этом уверены. Сейчас будем с Барабасом драться. Когда найдется кто-нибудь сильнее. Нет, не забыл. Я буду осторожен. Будь внимателен, ведь ты знаешь, что означает провал. Пожалуйста, присаживайтесь. К вам подойдут. К вам подойдут вот эти... Внимание, у нас гости. Воу!
Ты чё, падла, навела на нас копов? Вот сучара. На тебе. Итак. Чё тебе? Шаболда. Ах ты шаболда. Вы овладели новым боевым приемом. О, шикарно. Дневник. Тройной удар. Для выполнения удара КМ 3 раза подряд нажмите удар рукой. Ой, шикарно. Вот это у меня комбо-бомба. Так, ладно. Взял патроны. Не, мне больше нравится пистоль. Напоминаю, что копы это вы. Чё? Чё, стыдно тебе? На тебе, у меня тройной удар. Получила? Все, скончалось? То-то и оно. Так будет с каждым. Я тебе все сказал. Так, поехали дальше. Сука, это я... Я явно зря расфигачил ее. Хорошо. Патроны. Рукопашка тут гораздо круче, чем оружие. Как в реале. В реале рукопашка всегда круче, чем оружие. Палец бруталити. В смысле, нажала под столом кнопку, села жопой на бутылку. И так будет с каждым. О, здорово, иди сюда. На тебе. Ты будешь умирать-то сегодня? На тебе. Кажется, я донес ему фаталити. Так. Так, тут закрыто, так что придется сюда идти, где девчонка. Так, хорошо. Это наш. О, ничего себе, гипоспрей. О, трутница. Так, пушки какие-то подозрительные. Нифига себе, этот полисмен всех раздолбил. Угу, понятно, вторая дверь открылась. Ну, пойдемте назад, чё. А ты чё стоишь, очкуешь? Давай, пошли туда, ты тоже надо же. Чё это за... Шифрование сообщения ТТТ. Этот проект был попыткой заменить управляющую систему своего дрона 3 типа пересаженными тканями биологического мозга. Исследования показали, что скорость передачи сигнала по нейронной линии как минимум в 20 раз быстрее, чем в любых других системах. Мозги собрали для нацгосподельных хирурги, согласившиеся подделать записи в обмен на внушительные выплаты через одну из наших чистых корпораций. Предпочтение отдавалось смертельно раненым военным. Кибернетические импланты дали мозгу возможность управлять дроном. Было создано 16 прототипов, пока был найден объект для испытаний. Прототипом биомозга атаковали прототипы биомозга атаковали TCTF, показав неплохие результаты стрельбы. Ах ты жопошник, иди сюда. Где ты? Да, он к сожалению... К сожалению, он позвал тревогу. На тебе. Да ты будешь умирать-то сегодня, на тебе. Все отлично, гипоспрей. Нас обвели вокруг пальца. Подробнее. Это место ловушка. Они специально подбросили. Для чего? Это отвлекающий маневр. Синдикат собирается совершить что-то серьезное, пока я и моя команда разбираемся здесь. Я постараюсь подтвердить твои подозрения. А до тех пор твой приказ все тот же. Найди то, что мы сможем использовать, чтобы накрыть их. Да, сэр. Покажи, на что ты способен. Покажи, на что ты способен. Так где моя пушка, кстати? Обожаю нашу мою пушку. Где говнючки? Подождите, а почему у меня... А, просто не пересажен. Так, хорошо.
4 патрона мало. А, это тот самый, уже нажал эту перезарядку. Игра сохранена. Ничего себе ты, бычара. Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Ничего себе он мне впомидорил. Нет, мужик, твою мать. Гипоспрей сразу юзаем. Так, с чего ты решил поиграть в Гитс? Может быть, поиграл в Ghost in the Shell Standalone Complex? Это не Гитс, это по-другому игра называется. Так, перезарядка. Иди-ка сюда. Есть кто? Эй, мужики. Открывайте дверь. На тебе. Сюда. Сюда. Немушная рожа такая. А, да-да-да, что так? Спасибо. Отлично. А еще что-нибудь скажешь? Так, а здесь что? Доступ запрещен. А что, тетка не откроешь мне ничего? Или только вот этот мог типа открыть? Да, походу только этот мог открыть. Блин, мне теперь придется в самое начало левела возвращаться. Ну ладно. А мне, подожди, что здесь? Играл в нее, когда было 16 лет. 2001 год. Сейчас 2017. 16 лет назад, братан. Инженеры попытались использовать преимущественное соединение системных распознавания радио были весьма эффективны, но в реальном бою у них часто отказывали системы распознавания чужой, и они открывали огонь по своим союзникам, бою против TCTF, половина наших потерь была обусловлена подобными отказами. Были попытки исправить ситуацию, но инженеры так и не смогли обеспечить необходимую надежность. Последние прототипы объединили в себе различные орудийные системы и доказали свою эффективность. Короче, надо валить отсюда. Мне придется сейчас вообще просто в самое начало пилить, потому что в самом начале у меня поворот не туда, по сути, совершился. Хотя здесь не очень далеко. Мне нравятся просто пустые комнаты друг за другом. Это такая уржадза. Как люди это себе представляют, я не понимаю. Так, нам надо вот в эту комнату. Так, нет, вру, не в эту. Вот в эту. Она была сначала закрыта. На тебе. Такой гипоспрей. Так, а чё я сюда припёрся-то? Ну окей, ты открыл эту комнату с этим чувачком. И чё, в ней просто тусил один чувачок? Эй, чувачок, возьми в лапу пятачок. Если денег нет, даю в долг, долг, долг. Так, лол. Наверху закрыто. Наверху закрыто. Там закрыто. Здесь блок, здесь блок. Нет, подождите, я все-таки был правильно. Я все-таки был правильно. Какого хрена? Здесь заюзали, здесь открыли эту дверь. Здесь сейчас будет штука, где подняли тревогу. Здесь проверяем, нету ли каких-то терминалов, которые мы не прожали. Нет, нету. Так, надо поговорить с той теткой. Может быть, она все-таки оформит мне. Ага, наверху чуваки есть. Значит, тут дверь я пока открыть не могу. Мне надо поговорить с этой теткой. Тетка. Открой вот эту штуку. Лес. Доступ запрещен. Так, надо как-то тогда идти что-то другое. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Без плазменного оружия, ни хрена себе. Ты чё такой жесткий-то? Ни хрена себе в меня попало. Ты я типа зазирую, когда в меня попадает вот так вот? Ага. Нашел какой-то чудо-терминал. Ага, он открывает вот эту дверь. Вот сейчас из плазменной винтовки нафигачит в моего братишку. Так, хорошо, валим тогда сюда.
Терминал открыли, теперь можно... Опа. Не понял. Я открыл терминал, и здесь закрылась дверь. Окей, погнали тогда дальше. Так, сейчас по мне могут стрелять. Так, ага, теперь зато вот этот терминал работает. Окей, поехали. Юзаем этот терминал, бежим в ту дверь. Так, это что вообще открыто? Это с... Не заставляй делать тебе больно. Слушай, клоун. Не смеши мне подковы. Где мой спрей? Где мой спрей, сучок? Не заставляй делать тебе больно. Мне нравится, мы уже поубивали у друг у друга много народу. О, нашего товарища завалили. Нет, не надо мне кинику, бастер. На тебе. Отлично. Так, энергоэлемент хорошо. Вот эта энергопушка хорошо себя показала. Давайте энергопушкой бегать. Так, в энергопушке у меня что, нету патронов? Да, вот теперь есть. Буду собирать энергопушки. Получу новое указание. Приберите производственное крыло. Если синдикат действительно использует этот объект для монтажа незаконного оборудования, то вы там найдете серьезные доказательства. Пойдемте. Смотрел ролик от CD Projekt в честь 10-летия игровой серии Ведьмак? Нет, они разговаривают с рабочими, они вкусняшки дают. А, да, с рабочими разговариваю. Так, короче, открытие новых территорий будет всегда с пушкой наголо. Есть говнюки? Да, есть. Так, это что за фигня? Воу-воу-воу. Это что за фигня? Серьезно, ракетница была? Так, у меня остался один патрон, поэтому я заранее перезаряжаюсь. А у меня нет перезаряда. Так, а это что за ракетница? Ракетница, нажмите Q, чтобы поднять оружие. Ракетница получена. Ох, ежик. Подожди, а патроны? Патроны на ракетницу и на эту штуку одинаковые? Да, ракетница, это забавно. Рептайл Кир, братан, спасибо. Вот тебе брофист еще. Тш, и обнимашки. Смотрел ролик от CD Projekt. Так. Так, кстати, Данте Дарк, спасибо тебе тоже за поддержку, братан. Спасибо за теплые слова, спасибо. Так, энергоэлемент поднимаем. Шикарно, теперь у нас... Так, а если я сразу вторую заюзаю? Не надо пока. Блин, так и хочется F5 нажать, типа сейвануться. Если как бы нету сейва, это ужасно. Так, здесь подъем на второй этаж какой-то. Нам он пока не нужен. Давай пока уберем ракетницу. Хотя на самом деле лучше всегда перемещаться с оружием. Кстати, ракетница, кажется, те, у кого патроны рисуются красным, обычные зеленые энерго. Да, я понял, здесь есть красные патроны, они ко всему, что с красными патронами существует. И энергооружие с энергоблоками. Скажи честно, тебе задонили на покраску волос? Конечно. Конечно. Это было мое обещание, когда я выиграл стрим-марафон на GoodGame. На стрим-марафоне, как известно, я занял первое место. И теперь я вынужден был сделать покраску волос. Странно, я вроде как не двигался. Так, хорошо. Раскаятели хорошо, получили достаточно мало. Узи Маузер. Так, надо не забывать. О, fuck my life. Это говно меня
Так, ладно. Надо свалить. Так, все пошло немного не так, как я хотел. Вау! А как мне теперь? Ага, оно на время открывает эту штуку. Я могу просто проигнорировать. Так. Когда он пойдет вверх, я начну бежать. Так, поехали. Когда пойдет вверх, начну бежать. Фух, хорошо. Хотя нет, давай с пушкой. Так, игра меня ненавидит. Так, здесь они соединяются. Хорошо, когда они вот тут вот, я могу это сделать. Ага. Фак! Так, как мне выключить эти пушки? Тут что-то пока не сделано, скорее всего. Тут что-то пока не сделано. Явно вот этого говна здесь быть не должно. Да. Получен новое указание. Ага. Так. Получено новое указание. Что хотите? Концерт массажа не стал бы устанавливать так много опасных систем, если бы ему не было что скрывать. Оружие. Типы припасов баллистических, емкость магазина 5. Да, это не страшно. Да, задание понятно. Так, здесь сейчас надо одного от контрапупить. На тебе, клоун. Так, иди сюда, друг. Да хорош уже. О, хорошо. Все отлично. Развалили, гада. Но получал я, конечно, с Узи очень много. С Узи тает ХП просто на раз-два. Так, отлично. Лазеры, через которые можно пройти вместо статичных, это топ. Да, да, кстати, я понял, о чем ты говоришь. Типа, какого черта они здесь лазеры сделали? Да, и вправду, лол, когда ты это сказал, я понял, это же абсурд. Самое слабое место биомозга в его природе. Мозги, взятые у тренированных бойцов, оставались связанными с человеческой физиологией. Помещенный в кибернетическую систему мозг был ошеломлен чуждой информацией, не имеющей ничего общего с человеческой природой. В настоящее время биомозг может справиться с этим, но такое неустойчивое равновесие может быть легко нарушено введением ложных данных через терминал дрона. Однако добраться до терминала действующего биомозга практически невозможно, поэтому это так называемая дыра в системе безопасности считается несущественной. Так, здесь пока фикс. Так, здесь что? Вы пропустите меня? Тут же, наверное. О, да, шикарно. Открылась дверь, та нижняя. Что случилось? Я установила широкополосный тетосканер, чтобы обнаружить устройство управления, которое используется для включения защиты лаборатории. Я обнаружила биомеханический охранный комплекс с целой системой средств против вторжения. Биомозг? Я думала, что мы уничтожили последнего из них. Очевидно, Мура нашел взрывчатку или сделал его сам. Если ты выведешь из строя комплекс, у нас появится возможность управлять системой... Биомозг, то есть просто мозг. Наконец-то хорошие новости. Где он? Где он? Да, что-то как-то не очень, как вы видите, у меня тут
Так, подожди, а тут мне надо не сюда. Тут мне надо не сюда, тут мне надо другое место. Надо будет пробежать снова эту срань. Нет, я не хочу. Так, здесь надо... Здесь надо в комнату, где лежат два синих. Это вот тут, по-моему, да? Да, это мне надо сюда. Так, это свой городской. Здорово, мужик. Эй, иди сюда. Да-да. Вот, возьми этот гипо. Возьми этот гипо. Спасибо. Вот, возьми этот гипо. Эй, иди сюда. И чего? А, вот. Теперь надо будет... О, теперь на ближайшую вот эту дверь открыл. Хорошо. Кстати, на этих... На терминалах, в принципе, символ тот же, который на двери. Вот. Возьми этот гипо. О, плазменная пушка. Мне она очень нравится, кстати. Жмите Q, чтобы поднять оружие. Плазменная пушка лучше. Возьми этот гипо. Так, а это я куда иду? Секунду. Этот чувак вообще здесь просто сбоку припёк. Вот остался. Мне надо сюда. Вот в эту дверь. Эй, возьми этот гипо. Вот у штатского завалили. Проверяем. Значит, кто-то должен быть здесь. Да, вот он. На тебе. Так, это плохо. Сокрушитель! Что это означает? Я не знаю. Так, желтая дверь какая-то открывается. Скорее всего, та, которая, да. Это та, значит, мне коридор лазеров надо пройти. Блин, эти игры, в которых надо запоминать, куда идти, как я их ненавижу. У меня голова не устроена. Не работает так, чтобы я что-то запоминал. Так, а тут что у нас? Речевая шифровка. Доктор Кафельников. Ха! Кафельников. И я только что завершили тест номер 483ВВВ, имитаторе внешних воздействий с параметрами, описанными в протоколе 64. Похоже, мы должны перенастроить тактильные датчики для компенсации изменений, внесенных этой батареей. Какого шифрования прервано режим ожидания? То есть, вместо того, чтобы ртом сказать какого, решил записать какого. Окей, я понял тебя. Так, поехали далее. Нам сейчас налево. Кека. Ах ты ж, сука. Дратучкой. Вот поганец. Так, кухан, чтобы убрать. Контрол. Я предупреждал его, чтобы он не запускал. Это убьет всех нас. Беги! Беги так, как только можешь! Почему ты не помешал? Ты знаешь. Забудь это. Просто уходи отсюда. Сюда. Вот это озвучка. Вот это озвучка. Вот это королевская. Вот это озвучка. Беги как только можешь. Почему ты не помешал? Ну, я не знаю. Беги как только... Ну, я не знаю. Эти перепады настроения мхатовские. Сережа Безруков отдыхает. Беги! Я не знаю. Сука, если это представить просто... А, ладно. Отключить этих взломщиков. Немедленно. Так, сейчас тут будет какой-то босс-файт. Я что, Тихоня мозг? Спасибо большое, товарищ. Алвингс, третий месяц к ряду. Держи золотой молот. Тш! Я обнимашки, спасибо. Так, хорошо, что у нас здесь?
Синг, вы меня слышите? Я не могу зайти в камеру. Эта чертова штука ухитрилась зарядить свои охранные подсистемы. Включите пульт лаборатории, идите сюда, попробуем вместе войти что-нибудь сделать. Синг, где вас черти носят? Времени больше нет, пойду попробую восстановить. Вот информация прерван. Так, значит, короче... скорее всего, под лазеры попадаться не стоит. Иначе меня уконтрапупят. Так, я нажал на первую штуку. Поехали. Я нажал на вторую штуку. Там есть еще третья штука. Так, еще вообще на самом деле четвертая есть. Я тут что-то как-то... Так, хорошо. Так, осталась последняя комната. Так, на эту, в эту сторону этой мы побежим? Нет, не побежим на самом деле. А хотя, знаешь, вот так вот. Так, все, мы 4 нажали. Мозг подсознательно пытается разрушить общественную сеть новостей. Так, теперь он будет вот такими. Он пустил поток своих цифровых образов. Теперь вот так вот. Так и что мне надо сделать-то? Кто может противостоять моему изысканному шарму? Так, а что теперь делать-то? Ага, то есть теперь опять все 4 надо нажать, только вот так вот. Окей, ну я понажимаю. Хорошо. Ну да, все. Включи галактическую систему. Мозг сообщил мне, что излучение распространяется на все в зоне радиусом 50 кварталов до тех пор, пока не последует запрос. Ясно. Так. Все это становится неконтролируемым. Механизм уничтожения всех очень мощный. Завершайте последнее преобразование и скорее отключите. Так. Я мозг, а если у мозга ноги, если у мозга руки органы? Вау, теперь это все. Теперь мне опять 4 раза надо нажать. Только в этот раз все очень быстро. Так. Ну, тут достаточно все просто, по-моему. Так. Теперь у него еще вот эта штука вертится сверху. Но она как бы вообще никак не влияет. Только 3. Кажется, мы одолели мозг. Мне кажется, как что... Она все это выдержит. Согласно Шинодаме, уровень ее Даудана добрался до 29. Но ее биоритм устойчив. Она в стабильном состоянии. Насколько мы можем предположить, да. Но продолжительный стресс может быть опасен. Да не про меня говорят. Вот почему я против перехода в третий. У нас нет права на... Я устал от твоих благочестивых разговоров. Канока настолько же твое творение, как и мое. Миссия завершена. Окей. Биолаборатория. Элементы мозаики. Пам-пам-пам. Главные ворота в помещении охраны заперты с пульта охраны. Это ставит наших агентов в безвыходное положение. Так. Вот ты и попалась. Барабас. Так, иди-ка сюда, друг. Так, о, иди-ка сюда. Так, ну-ка, иди-ка сюда.
О, нет, нет, нет! О, хорош. Так, а ему можно отдать пушку подобрать. Явно надо... Вот ведь поганец. Так, иди-ка сюда. Так. Так. Ой, у меня мало сда. Нет, 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 сейчас мне бубу будет. Так, мне очень плохо. Так, я сейчас проиграю ему. Все. Разобрал мне щи. Нет. 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 Миссия провалена. С грустным лицом. Побитым, побитым, побитым. Вот суки. Ладно, хорошо. Так, на тебе в кабинет. Да нет, 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 не гаси меня. О, хорошо. Так, на тебе. Ах ты ж поганец. Нет, 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 нет. Блин, сколько же ему? Ой, как больно. На тебе. Может его как-то зажать можно? Нет, 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 нет. Ах ты ж поганец какой. Так, на тебе. Да ты будешь умирать-то когда-нибудь? Окей, да. Во, нормас. Во, шикарно. Но это не конец. Мы еще встретимся. На тебя. Кто с ними? Агента, которому вы меня предупреждали. Я не смог ее схватить. Где она? Она в пути. Да, реально. На самом деле... Получено новое касание. Так, пушку. Я, кстати, почти умер. Синдикаты повсюду в здании. Думаю, они ищут результаты исследований, но утверждать этого не могу. О, можно было, кстати, здесь вообще по кругу драться. Так, гипоспрей в углу. Нет. Во-во-во-во-во-во-во, мужик! Вы это видели? О боже, это 5. Это, сука, было хорошо. Это было очень хорошо. Я и забыл, как хорошо бывает в старых играх. Я и забыл, как хорошо бывает. Бегать спину к врагу для элиты. Да, это просто ор. Сука, гусёк такой. Как известно. О. Так. Жили у бабуси. Два веселых гуся. Один желтый, другой синий. Слава Украине. Это что за фигню ты делаешь, друг? О-о-о-о-о-о!
Ладно, собак, ты сейчас подойдешь ко мне, смотри. Да нет же! Идрите, она получала от него. Торн! Как Гомер. Иначе тебе просто сапёры на весь день закажу, пёс ты неприятный. Пора 20к ставить за альтернативу или хотя бы 15. 20к за альтернативу? Я понял, я придумаю что-нибудь. Так. О! Одна из трех лампочек загорелась. Да ладно тебе, чё ты пристал? Хорошая игра. Старенькая, ну и что? Но зато веселая. О, здорово. Так. Вот, возьми этот гипа. Спасибо. О, тоже дашь гипа? Я не понял, ты что, человека убиваешь просто здесь находящегося? Ну, кажется, человека завалил. Чувак, ну ты ему... Ой, подруга. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Я же тебя не трогал. Кажется, нет. Кажется, она мне просто ничего не даст из-за того, что она получила урон. Видимо, так оно и есть. Если у противника УЗИ, не давай ему подойти вдали, точность почти нулевая. Но не два дня же подряд альтернатива. В смысле, док винт вообще хорош. Ну, блин, нет, почему не два дня подряд? Хорошо, подожди, стой, это тоже та же подруга, да? Да, это просто 4 двери, а не 3. Я думал, там 3. Ну, не два дня подряд альтернатива? Ну, хорошо, завтра тогда выходной возьму. Так, тут есть какой-то чувак, стой. Сокрушитель! Так, этот упал, судя по звукам. Сокрушитель! Отлично, умер. Так, ну давайте. Возьми этот гиппо. Спасибо. Так, а ты что дашь? Нет, они типа в этой комнате двое. Итак, да, нормально, хоть 10 альтернатив подряд, они просто пуски. Вот ты зарос, растение комната. Какой выходной, ты чё? Ну как, какой? Сладкий выходной. Ладно, я понял вас, ребят. Я на самом деле как бы просто... Продолжение будет. Проект SLD является попыткой создать человеческую физиологию с помощью искусственных материалов. Это похоже на проект по созданию киберкоманд, но в данном случае человеческие клетки используются в принципе технологии SLD, достигло уже третьего поколения, ничего интересного. В настоящее время положение разработки SLD ограничивает физические потребности на случай, когда физического отказа систем контроля. Нас волнует сообщение, что из них серьезно взялся за исследование SLD, на самом деле они создали... Короче, опять это хурма про... Хурма про биороботов. Коим, судя по всему, являюсь я. Ох, ни хрена там этих говнарей. Так. Я, кажется, вижу кого-то. Бегущего ко мне. Чувак. О, сойдет. Встаем так, чтобы видеть через текстуры. Сокрушитель! Это очень забавно. Да чувак! Так, ты будешь умирать?
Да, все будет умирать, умер. Сокрушитель! Так, ракетница нафиг не нужна. Так. Пойду проверю, там должны быть еще патрулирующие гонщики. Так, ого, я очень люблю Они, я ее 100 раз проходил. Вот видите. Джеди Гейсер доволен, а вы. Сокрушитель! Во-первых, альтернативы это нормально. Привет. Привет. Вау, он меня просто принял. Чувак! На тебе все. Ура. Вот, держи этот гиппо. Спасибо. Вот, держи этот гиппо. Так, ты, может быть, не скажешь, вот, держи. Возьми это силовое поле. Вот, возьми это силовое поле. Что это такое? Это шилд? Вау. Вау, серьезно? Мне дали силовое поле? Просто вот так вот рандомный чувак мне дал силовое поле? Окей. Не знаю, зачем оно мне. Скорее всего, это просто шилд, который поглощает дамаг. Ой, там убили чувака. За что, ни про что. Суки, замочили. На тебе. Нет, нет, нет! Просто убрал чувака! Сука, отвали! Просто убрал чувака. О. О, вот, возьми этот гиппо. Я не против, спасибо. Это только от высоты получает. Шилд поглощает боеприпасы. О, удобно. Вот, возьми этот гиппо. А мне вообще пофигу, что ты играешь. Я прихожу пообщаться и посмотреть на то, как ты играешь, а не на то, во что ты играешь. Если захочу посмотреть на игру, я то сам пойду поиграю. Даешь альтернативки. SLD имеет собственную индивидуальность по многим параметрам. Манекены выращиваются в специальных формах, заполненных так называемой прототканью. Изменения основные данные закладываем в течение 14 дней. Куча инфы. Базилио, уделяем внимание этой инфе или не уделяем? Вот, возьми этот гиппо. Уделяем или не уделяем? Так. Так. Здравствуй, имп. Так, здесь мы все протыкали? Вроде как, да. Пойдем на второй этаж. Зелёный декет молчит. Не особо, хотя на 6-м и 13-м уровне можно будет почитать. На 6-м и 13-м уровне будет почитать, хорошо. Давай, что там? Ну-ка, говори. На тебе. Какой же ты неприятный. Так, хорошо, он уже принялся. Да как же ты запарил? Так, теперь он атакует? Блин, вот это я нагребал. И, кстати, гиппа нету. Так, открыть все эти двери. Приемы все посмотри и используй. Получил новые указания. А, понятно. Все, я понял, о чем вы говорите. Так, во-первых, оружие, предмет, вертушка. Для выполнения этой комбинации 3 раза подряд нажмите удар ногой. О, новое. А, это вертушка, это просто удар. Ну, ладно, теперь буду ногой драться. Вау, чувак. Вот, возьми мой кок. Возьми этот кок. Кок возьми, мой возьми. Кок, слабак, лох, гей, кришнаид. Вот это у тебя патронов. Вот, возьми этот гиппо. На тебе, на тебе, на тебе. Удары с ноги, кстати, очень сильные.
Вау, людей они всех уже здесь порешали. Нет, не надо мне кинекубастер. Кстати, он меня сейчас убьет уже. Вот так вот. Дело сделано. Дело сделано. Перезагружаемся. Наша песня хороша, начинай сначала. Воу! Нифига меня откатило. О-о-о! Это лишь первое из трех. О, как покатали ВВ. Одна победа, одно поражение, одна ничья. Родхок не очень. Так, чувак, иди сюда. Вот это я липнулся. Вот это я липнулся. На тебе в кабинет, друг. Покажи, вот. На что ты способен. Вот, возьми этот гиппо. Так, подожди, пожалуйста. Так, воу, нифига ты здесь. Вот это вы жопошники. Ничего себе он сотворил. Робин хренов. Так, хорошо. Так, все, люди, идите сюда. Надеюсь, ты не накрошил людей. Так, когда смотришь список приемов, их там их больше, жми кнопку вперед. Принято. Вот, возьми этот гипо. О, он сразу два гипа дал. Шикарно. А это ничего не дает. Так, хорошо. Список приемов. Ну, давайте позыркаем. Задание дневник. Вертушка вперед. Барабас невероятно слышал про него. Вертушка хребтолом. Стоя позади противника, нажмите вперед плюс удар ногой. Немногие смогут выжить после такого зверского приема. Вперед, удар. Стоя рядом с вооруженным противником, нажмите вперед, удар. Попробуйте этот прием с разных позиций для достижения различных результатов. Блок понятно. Кувалда. Нажмите удар рукой, затем удар ногой. Медленный, но очень мощный прием. Используйте с осторожностью. Бросок на ходу. Подбегая к противнику, нажмите удар ногой. Хороший прием, если у вас нет времени приостановиться. Ну, здесь все понятно. Вертушка одна из самых свежих, одной из самых свежих для меня. Так, это чувак где? Есть кто? Так, хорошо. Готов проиграть? Вот. Ну давай, иди сюда, неси гиппо. Так, хорошо, здесь почитухи, достаточно неинтересные. Так, проверяем чувака, он может быть силовое поле даст. Колеса там крутые, хребтолом. Хребтолом, да, хребтолом крутой, но чтобы юзать хребтолом, надо вот так вот подходить к чуваку и делать, собственно, хребтолом. Я слишком ленивый для того, чтобы делать хребтолом. Вот, возьми этот гиппо. Так, получены координаты. Так, он все включил. А, понятно. Это они как раз таки наубивают здесь людей, потому что я слишком медленно здесь. Так, что у нас тут? Этот видит меня, а эти нет. Так, хорошо. Вау, он с ракет по мне стыданул. Да отвали ты, чувак.
Так, да ты будешь умирать-то? Дела у меня плохи, ребят. Привет. Почему вы не захватили эти боеприпасы? Какие боеприпасы, подруга? Вау, дайте мне гиппо. Вот, возьми это силовое поле. Мне не нужно силовое поле, дай мне гиппо. Сволота. Да ты будешь... Да отвали ты от человека, поганец. Эй, эй, иди сюда. Иду, иду. Эй, эй, иди сюда. Смотри, возьми этот гиппо. Смотри, возьми этот гиппо. Так, хорошо. Готов проиграть? Но ХП у меня очень мало на самом деле. Так. Скрытность не нужна, просто стоять позади. Кто-то у нас только продажный. Я? В смысле, я? Я говорю спасибо своим зрителям за то, что они меня поддерживают и играю им альтернативки. Я, сука, горжусь этой практикой. Это восхитительно. Так, что у тебя для меня? Задание, предмет, дневник. О, ничего себе, здесь можно прям так. Уровень защиты, уровень здоровья, гипоспрей, предмет. Невидимость еще есть. О, сокрыть. Так, надо аккуратненько это делать, потому что... Пс. Я в ниндзе. Только всем насрать. Так. Чуваки, из вас сейчас нужны гипы. Ты знаешь? Ну вот, я погреб. Получил в лицо. Так, отлично, открываем эти штуки. Каждый раз радуюсь, когда ты вон альтернативку играешь, даже вон подписался. Так, не надо меня бить. Так, хорошо. Так, вот, возьми этот гиппо. О, здесь вот люди битые. О, гиппоспрей зато здесь можно взять. Ну ладно. Че хп нету на самом деле. Гиппоспрей нужен просто караул. Сколько у меня здесь зарядов? Нисколько. Может, с этого кого-то видел? Нет. Так, гиппоспрей шикарно. Нет, никого нету. Убивали. Поганцы. Так, хорошо. Так, а здесь что, где поход-то? Наверх. А, вон он там. Нормально. Так, снова живу, вышел из доты и продолжу смотреть тебя. Когда ты видишь множество красных точек, вылетающих из противника, значит, ты уже убил их. Множество красных точек. О, спасибо, прикольно. Ну, я обычно по звуку ориентируюсь, они как бы такие... Крыгазмируют, короче. Так, хорошо. Здесь как бы концепт опыта же есть, да, как я понимаю, как бы чем... Чем больше я убиваю чуваков, тем... чем больше я убиваю чуваков, тем... заранее перезадимся, то патрон остался.
Чем больше я убиваю чуваков, тем больше приемов мне открывается. Подойдите по крыше и заберитесь наверх башни, управление охраной. Как только башня будет очищена, офицеры TCF смогут штурмовать вестибюль. Поехали. Так, наверное, пока что снимем. Оружие надо оставлять на черный снач. Хотя, подожди. Хапитон, как тебе эскейп из второй? Ключ есть. Если интересно, могу скинуть. Игрушка как про побег из тюряги вышла в конце августа. А, здорово. А, слушай, я не играл, я про нее слышал. А, само собой, такая игра должна была выйти, потому что произвел невероятный фурор сериал «Побег» про Майкла Скофилда и его брата. Вот, а, сам не играл, ключ... Слушай, ну знаешь, слушай, скинь ключ. Если тебе не лень, если тебе просто он есть, я поиграю. Само собой, на стриме я эту игру не запущу, прям так сразу. Как на все альтернативы надо будет собирать. Вот, но если у тебя есть просто лишний ключик, я не против. Вот, кстати, красная точка, о которой говорил чувак. Спасибо тебе большое за точку, братан. Спасибо. Спасибо, приятно. Сальто научись делать. Чего уметь делать-то? Прыжок, сальто. А, во врага сальто научиться делать. Точно, надо же во врага сальто жать. Отлично. Ну, давайте, ну, блин. Отлично, я... Что-то как-то у меня хреново пока сальто получается. Так, здесь просто какой-то мужика теребонькали. Так. Что за Эмином? На тебе Эмином. Ужасные вещи творятся. Я посмотрю, что смогу сделать. О, чувак поднялся. Слишком поздно. Я только что запустил устройство самоуничтожения. Через 5 минут мы оба погибнем. Вся башня взлетит на воздух. Актер. Ну да, сейчас бы стоять, а вкашить. Проблема была решена гениально. Понятно, она типа выкинула его кто? Ты в курсе, что если по стелсу сзади подойти, можно с одного удара убить? Да, знаю. Да в смысле, как я тебе по стелсу сзади подойду? Вы не дали мне по манчкинствовать? Так, это наше. Здорово, мужики. Менты. Поганые. Ладно, не поганые, это хорошие менты. Вага Биотек. Все посетители должны зарегистрироваться. Важное замечание. Куча неинтересной инфы, бла-бла-бла. Сюда. Получены новые указания. Задание. Саперы синдиката вывели из строя охранные подсистемы лаборатории, но благодаря вам небольшая группа офицеров TCTF прорвалась в вестибюль. Войска синдиката все еще удерживают верхние этажи здания и охраняют воздушный коридор к погрузочным площадкам. Зачистите верхние этажи и найдите управляющий пульт, разблокирующий верхний проход. Поехали дальше. У ментов можно гипорожиться. Серьезно? На тебе, друг. Надо, кстати. Покажи, на что ты способен. Так, ты жопошник. А что за три? Что это было, я не знаю, но что-то веселое. Так, у меня осталась одна обойма вот этого оружия. Знаете, я что думаю? Блин, где мои менты?
будешь умирать? Отправил в личку ВК. Отправил в личку ВК. А, спасибо, спасибо тебе, Кент Восьмерка. Тебе это может пригодиться. Так, что ты мне дал? Гиппо? Понятно. Спасибо тебе, Удине. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, ну вот теперь уже пора брать вот этот пистолет. Так, а если я заменю вот этот пистолет на вот этот пистолет, что будет? Здесь? Это что, это опять плазменная винтовка с одним зарядом? А здесь что? А красные... Ух ты ж собака какая. Я вот тебя уже убил? А я могу собирать вот эти... Могу собирать вот эти пушки, чтобы перезаряжать себе. Все. Хм, а еще я могу ракетницы. Хм. Честно говоря, было бы неплохо. Да, минус последняя обойма. И эту обойму я оставил на полу. Ладно, побегаю с ракетницей. Не знаю, хорошая ли идея вообще бегать с... Так, ну зато и у меня есть гиппо. Ладно, погнали далее. Патронии. Так, где что? Ага, трупак. Ох, ежик. Так, надо как-то shift назад. Да блин, не умею я. Да не так, не назад атакуй, а кайте назад, а так. Я кульбитик назад. Вот. Вот, держи этот гиппо. Так, хорошо. Здесь тоже что-то. Выход отсюда. Так, как умрешь, попроси всех трех, каждый что даст, только быстро, потом будет атака. Толково. Подожди, я это нажимал? Должен покеснуть экран. Да, вот второй. Угу. Ух уж этот азиатский геймдев. А сколько, кстати, кто разработчик игры? Напомню, кто не знает? Так, хорошо. Вот, держи эти патроны. Так, ну как-то никого что-то. Банджи, американцы. Создатели Halo. Я в Halo не играл, но я слышал, что это такая крутая игра. Я слышал, что Halo крутая игра. Угу, третий этаж, поехали. Так, та дверь, которая нам нужна. На тебе с ноги. Так, нет, кинекубастер, ноу. Не надо кинекубастер. Ах ты ж поганец, смотрите, что творит. Убрал все-таки. Да что ж ты будешь делать-то, отвали ты от меня. Вот он собака, а. Короче, надо научиться. Надо делать удар, уходить, а потом разгоняться и с ноги его убирать. По сути, всегда влет с ноги – это хорошая стратегия. О, вот, держи этот гиппо. И Destiny они же сделают, которую ты тоже игноришь, пес. Destiny они же сделали. Попробуй сделать хребтоломатель кому-то, хоть гражданскому. В смысле, сзади плюс удар ногой. Я уже делал хребтоломатель. Я его открыл-то случайно, просто сзади налетев на чувака. О, вот, держи этот гиппо. Сокрушитель. О, мне бы не помешал сейчас сокрушитель. Так, ребята, давайте-ка вот так вот.
Ракеты максимально неракетные. Максимально неракетные ракеты. О, вот. Можно по свеговому предметы подбирать в подкате. Кувалду делай после переката, рука-рука-нога. После переката, рука-рука-нога. Да как это... Да это считай одно и то же. Просто с вертухи вписывает. О! Вот! Держи этот, ничего. Когда держишь пушку, можно бить ногой все еще. Сейчас, внимание, очень хреновое место. Ладно. Администрация лаборатории с удовольствием сообщает, что моменты последнего происшествия на этом объекте прошли 63 дня. Это достижение является одной из самых многих, почему Вага так нравится своим сотрудникам. Всего лишь раз в год происшествие. Загружаются новые данные. Ты чё? Воу-в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 оу. Иди сюда. Как же ты меня бесишь. Да как это ты подобрал? Так, чувак, пошел вон. Вот, хорошо. Так. Вот суки. Даже гипа не дали. Даже не покатить. О, ядовитые. Ядовитое все. Ракетница моя говно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. ГГшка. ГГшка. Эти ракеты с самонаводкой лучше тебя показывают на открытых местах. ГГшечка, так я надеюсь, они меня не это, недалеко откинут. О май гад! Отлично сработано, Канука. Тебе это может пригодиться. Да. Пригнись, на верхних этажах все еще много штурмовиков. Вау. 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 Вау! Вау, какая же жесть! Ладно, хорошо, поехали. Так. Так, надо... Да как так-то? Хватит меня избивать! Суки! 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 Вау, как больно! Я настолько на дизморале, ребята, вы себе даже не представляете. Отлично сработано. Вообще просто трындец. Пригнись, на верхних этажах все еще много штурмовиков. Ладно, что у нас по штурмовикам? Так, ладно. На первом этаже еще ничего не взял. Так, ладно. Здесь потом этим займемся. Там третий этот. Почему вы стреляете по мне, друзья? Почему вы стреляете по мне? Кто-нибудь мне подскажет? А еще что у нас здесь есть? Вот эти чуваки же здесь есть. Хорошо. Ага, гипа. У него из него минка вываливается, а еще гипа есть. Хорошо. Так, это типа заход к штурмовикам с крыски Лариски. 4 выстрела есть еще.
Хорошо, играем, короче, очень аккуратно. Технически ракета, это очень жопа. Надо вот этот бластер было, на самом деле, оставить на второй этаж. Хотя сейчас, я думаю, насобираем обычный какой-нибудь УЗИ. УЗИ-Маузер. Воу-воу-воу. Он на полном серьезе как бы... Так, здесь чё? Так, гаси. Так, хорошо. Отобрал пушку. Еще целая ракета осталась. Так, хорошо. Что у нас здесь? О, пистолеру. С двумя патронами. Ну, это мусор на самом деле. А где мои менты? Все умерли, что ли? Ну, здесь УЗИ. УЗИ с полностью заряженный. Так, пушку выбил мне, конечно же. Угу. Интересно, здесь ролл гипа... Так, это что у нас? Ага, понятно, я его перезарядил сам. Так, какой-то трейсер, странный скафандр. Норма. Мы ее так и зовем, трейсер, странный скафандр. Так. Хорошо. Просто кайф. Надо научиться, короче, их... На самом деле, надо их просто научиться в мели убивать без потерь. То, что я убиваю с потерями, и это полная хурма. Ролл, гиппа и всего прочего всегда одинаково привязан к конкретному противнику. Ага, хорошо, я понял. Шикарно. Так, а вот это что за фигня? Ну вот, восхитительно. Да ты будешь работать-то? Уже умер? Я тебя даже не поатаковал. Хорошо. Я могу как-то выкинуть пушку? Так, это же изи, тут столько ударов, которые не дают им атаковать. Они на самом деле очень часто просто ты начинаешь им делать какой-то комбо, они его блокируют и... Этот чувак просто заспавнился. Какой же ты неприятный. О, два чувака, это весело. Это... Какой-то удар. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, чуваки, вы меня бесите. Сокрушитель. Да что ж ты будешь делать-то? Так, стоп. Друзья, полегче. Они меня сейчас тут отхерачат. Пошел вон. Да на тебе. Какая жесть. Минус все гипа просто. Ты будешь получать когда-нибудь, братан. Какой же это трындец. Просто все отобрали у меня. К херам собачьим. Восхитительно. Я сейчас зайду опять же в ту же локу, где меня будут атаковать ракетами. Просто вот так вот. С третью хп. Нет, я не хочу.
Не хочу. Мама, гиподай, гиподай. А, еще и пушки у меня нету. Ох, какая боль. Так. Короче, надо как-то это очень аккуратно сделать. Получено новое указание. Мура и Олиди угрозил. Найдите и остановите их, понятно. Так, хорошо. Сейчас будем по одному их выцеплять, по одному убивать. Иди сюда. Так, чувак. Вау! Пошел вон, друг! Как ты так быстро добрался до меня? Вау, как? Ты был на другой стороне! Да что за херня? Вау! Вау, да это невозможно! Как? Он стрелял по мне из рукав. Отлично сработал. Какая херь! Так, все, хрестоматийно, шаг за шагом, давайте. Как же у меня бомбит. Так, надо уходить. О, хорошо. Братишка подкузмил. Какая же это жесть. Так, а чё быстрых сохранений нет? Нет, нету быстрых сохранений. Игра про... Так, нет. С двумя... Вау, с тремя. Класс. А где мои чуваки? И лека, если уже не во время боя, да, разбивают лек. Удар разбивают лек. О, это хорошая инфа. Я не знал, что это так. Короче, это пипец. И это лишь средний уровень сложности. Fuck my life. Короче, каким-то макаром практически всегда нужен бой один на один. О боже, мне кинику бастер какой-то сделали. Так, а еще, кстати, что вот это за... О, я битый. Сюда, сюда. О. Пригнись. Наверное, в этажах все еще много штурмовиков. Штурмовиков. Так, ну мы зарегенили чуть-чуть. Я не знаю, где эти говнюки. Но с них должен быть какой-то дроп. Кстати, а вот здесь вот у нас что? Здесь просто подъем на следующий этаж. Типа с крыски Лариски можно зайти. Это, кстати, очень хорошая тема. Так, бластер я не трачу. Бластер я хочу, чтобы у меня был в конце. Так, сейчас тут должны быть трупы этих чуваков. Нет. Нет, нету никаких трупов, никаких чуваков. Как же ты задрал? Ты будешь попадать по врагу? Он все-таки задел меня гробомбой. Я же убежал. Я же убежал! Я же побежал! Лайфхак подсказать, конечно. Просто люди с руками изначально начинают проходить, юзая гипа в режиме гипа, когда он бешено повышает урон. Понятно, люди с руками, очень интересно. Очень интересная жиза людей. Очень интересная жиза людей с... На верхних этажах все еще много... Жиза людей с руками. Так.
Так, ну это что за фигня? На тебе. Да хватит поднимать эту хурму. Хватит, получай, гад, все. Нет, хорошо. Так, гипо раз. Это мы не трогаем, гипо два. Так, лечимся гипой. Так, теперь надо сзади напирать на них. Графон не очень. 2001 год, братан, этой игре 16 лет. Возможно, больше, чем тебе. Че такой быстрый-то? Почему так встаешь быстро? Так, этого прибрали к рукам. Так. Так, хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Давай, пикай. В другую сторону беги сначала чекпоинта, там третий чувак дает энергоприпас вроде. На тебе в ячище. Во-во-во-во, это что за фигня? Подожди, а эта штука что, его разбила? Угу. Так, этих разобрали. Так, нам... Энергоприпас-то мне нафиг не нужен. Чего мне нужен? Два гипа лучше, чем энергоприпас. Так, здесь... Вот он. Так. Очень важно, короче, их научиться убивать без потерь руками один на один. С этим умением, в принципе, можно спокойно откатать всю игру. Так, это что? Это какая-то непонятная. Непонятно. Конечно, разбило бы тебе в паху. Так, отлупили. Кстати, да, по поводу... Ой, я случайно не то нажал. Случайно гипа заюзал на плюс дамаг. Все убило. Ракетница. Могу сейчас типа реэквипнуть. И на самом деле тут. Что-то она не работает. Причалил. Покажи, на что ты способен. Так, да. Хочешь не надо узнать, как дерутся девчонки? Да. Итак? Так, не то жмута. Вот почему все плохо. Так, все в болото. Надо на самом деле вот эту пушку брать. Она топовая. Энергопушка. For life. Так. Гипо, полные штаны. И я, в принципе, еще не все нажал, но уже хорошо. Так, хорошо, побежали. Не бери красную ракетницу. Да, ракетница фигня. Так, точнее на Визариса. Да. Да, наслаждайся. Так, о. Так, два чувака сейчас будет. Так, давайте-ка в проход тогда. Это будет попроще.
Так, а теперь, может быть, тогда вот так вот будет поправильнее. Ну а нафига мне париться? Я, кстати, на этих чуваках в прошлый раз отдал очень много гипа. Надо так. Кстати, комната полное говно. Так, можешь оставлять пушки, они никуда не пропадут, потом возвращаешься, как старая закончилась. Проход уже готовить. Так, ну надеюсь, сейчас будет попроще. Короче, всех отстреливаем, как сук последних. Там какие-то люди. Загружаются новые данные. Три в этого. Где еще говнюк? Так, по-моему, если я сейчас просто сюда зайду, то сюда просто портанется гад какой-то. Ну давай, иди, я знаю. Да, вот же шок. 4 патрона осталось. Должен еще быть говнюк. Забавно, как они. Так. Получены новые указания. Так, во-первых, дневник, вертушка, вперед. Куча. Сперва концерт массажа, теперь вагобиотек. Предмет, оружие, задание. Мура и его люди, это понятно. Так, 4 выстрела и... А, одна обойма дополнительно есть еще. Ага, надо как-то... Так, они... Короче, их надо как-то... Отстрелить, по сути. Не попал ни разу. На большом расстоянии у них нету меткости. Раз, два. Перезарядка. Три. Хорошо. Сколько зарядов? Обойма минус один. Раз. Ух ты ж, ёжик. Два. Много ему. Три. Хорошо, попали. Так, у меня хп маловато. Не попали. Ой, фак. Да, автоприцеливание это полная жопа на самом деле. Не попали. 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 Опа, должны были убить тогда. Ну, ладно, два раза так два раза. Два раза, да, попали. Так, хорошо, спустимся там. Так, есть УЗИ. УЗИ на таком расстоянии не дастся. Против них еще больше говна, чем против меня. Но там есть энергоблоки. Пойду к той пухе пока. Так. Так. Эту пушку подобрали. Отлично. Здесь три выстрела и еще обойма. Шикарно. Главное сейчас еще не сверзиться вот в эту зеленую чачу. Явно это инстант трип. И эту локу надо явно пройти, прежде чем случится сейф. Так, потеем. Вижу эту хрень, но туда я не хочу. Нали пока сюда. Ну, заранее на фул отхилиться. Так, здесь... Так, норма. Погнали далее. Погнали далее. Так, собственно, решетку открывающая хрень. Так, сейчас могут повыползать говнючки. Нет, никто не выползает. А, нет, реально выполз. Так, чувак. Так, бомба. В угол встали. Забили. А, перезарядка пошла. Пока убрали. Мне нравится, как они спавнятся просто с головой. Просто ад. В зеленку бы не упасть. Спуск есть какой-то
веселый обычный. Или тут просто упасть надо? Так, я не понял, где спуск-то? Это по-вашему спуск? Ну да, это был спуск. Хорошо. Получи. Вау! Фух, ёпрасоты, они меня чуть без всего не оставили. Вау! Вау! Так легко вы отсюда не уйдете. Это что за фиг? Можно я уберу ее? Нет. Люди в аэропорту позаботятся о ней. Черт. Все-таки они ушли. Фу, хорошо. Как было плотно. Бои на взлетной полосе, нападение на аэропорт. Па-па-па-па-па-па-па. Это ужасно. Отряды синдиката напали на аэропорт. Не знаю точно, сколько их, но у нас могут быть большие потери. Я все еще не могу установить точное местонахождение Мура. Он, наверное, воспользовался беспорядками для прикрытия своего побега. Мура, остановись. Мура, остановись. Убейте ее. Я должен попасть на самолет. Загружаются новые данные. Убейте ее, я должен попасть на самолет. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Это типа провокация? Есть что-нибудь есть? Нет, ничего нету. Ага, хотели меня было обмануть. Думали, я без патронов отсюда выйду, суки. Разводители неприятные. Вы владели новым боевым приемом. О. Удар ногой с разворота. Нажмите назад, а затем вперед, плюс удар ногой. Прям... О, во! Это вот он. Назад, вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. Ты что, издеваешься надо мной? Назад, вперед. Надо вот так быстро просто. Да, это надо быстро нажимать. Беги дальше, там еще чувачок с гипо. Ну, да, реально прям быстро. Так вот, в одной этой. Так, давайте я лучше сяду на мотоцикл и еду. Надо попробовать, интересно, это хорошая штука. Давай, я новый прием на тебя попробую. Нет, он меня убивает. Ну, урона он наносит явно много, если посажен. Чувак, есть что-нибудь для меня? Чувак? Чувак. Какой-то подозрительный. Класс С присваивается объектом, где агенты одной запрещенной технологии. Я очень не понимаю вот это повествование лора с... и терминалов во всех местах. Я понимаю, что вы хотите как бы какое-то ненавязчивое повествование замутить. Но, ребята, это не ненавязчивое повествование. Это вообще какой-то абсурд. Я должен подходить к каким-то терминалам. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, этот умер. Он там за детьми гоняется. Привет. Привет. Так где удар? Ты так здорово, так мило, что ты хочешь подобрать эту пушку. Так что штатские скажут? Привет. Вот, прошу прощения. Этот гипо. Вот, возьми этот гипо. Привет.
Так, давай, иди сюда. Чуваки. Да нет врагов-то уже. Ладно. Не подходя к терминалам, все равно будешь в курсе событий, все равно. Привет. Да. Привет. Что, ты хочешь мне что-то дать? Вот, возьми этот гипо. Ты мне еще дашь гипо? Хм, приятно. Хотя, подождите, это второй гипо. Точнее, это первый гипо. И просто первый я у него не взял. Да на тебя, ты будешь получать-то сегодня? Так. Удар с вертухи, даже не понимаю, зачем он нужен. Покажи, на что ты способен. Что-то. О, вот. Тебе может пригодиться этот гипо. Тебе может пригодиться этот гипо. Вот. Возьми этот гипо. Не взял гипо. В этой игре лет больше, чем тебе. Какой смысл обсуждать киноляпы? В смысле, я вообще не вижу здесь ляпов. Это не не слабенькие графоуни, это не киноляп здесь вообще. А тут фишка с повествованием, это просто как бы просто находка такая странная. Ну то есть как бы ты как бы задумайся. Мне рассказывают о моей, грубо говоря, о моем мире, о мире, в котором я живу, на всех терминалах в стране, на всех, просто везде. Clean Air Happy. Окей. Блин, что-то какая-то бурбуга, я должен здесь пройти. Может быть, мне надо направо? Туда? Нет, вряд ли. Может быть, я могу как-то это сломать? Там девчонки бегают вокруг. Нет, не пускают. Удар с вертухи при попадании вгоняет стагер, противник наклоняется и держится за ячишки. О, нифига. Дай-ка я. Она чуть не держится за ячишки. Так, явно я не нажал какую-то кнопку, пойду нажимать. Пойду нажму тебя, кнопка. Я календарь переверну. И снова 4 сентября. Чуваки. Ладно, нет, все-таки я туда правильно бежал. Да ладно, надо было просто Ctrl двери нажать. Ctrl на дверь, прошу прощения, ребят, я такой наркоман. Сук. Вот у меня, вот я лось. Свали отсюда, подруга. Давай, да получишь ты. Все отлично. Я хочу жить. О, ничего себе. Их, а, нет, пистолет лучше. Вот. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Давай. Так. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Готов проиграть? Итак. Очень странное управление. Четко мне не дают гипа. Эй, иди сюда. Возьми эти боеприпасы. Спасибо, спасибо. Лучше бы ты мне энерго дал, братан. Энерго лучше, чем боеприпасы. Пистолет вообще мусор. Хотя, знаешь, три выстрела пистолета убивают этого чувака. Лола, пистолет же неплох. Почему я говорю, что он плох? Возьми эту пеку. Броски на ходу. Куда ты, сука? Новое задание миссии.
Так, F1. Синдикат разрушил грузовую площадку, найдите альтернативный путь. На